Еще одна клиника, оснащенная самым современным оборудованием, появилась в столице. После капитального ремонта открыт хирургический корпус больницы номер 29 на юго-востоке Москвы. Сегодня его осмотрел мэр Сергей Собянин. Реконструкция клиники – один из этапов городской программы модернизации здравоохранения. Палаты и кабинеты терапии нового корпуса соответствуют мировым стандартам. Мы сегодня имеем новую современную клинику, оснащенную самым передовым на мировом уровне оборудованием, которое позволяет делать уникальные операции. Это огромный поток больных, обычных больных, которые обслуживаются в этой клинике в более комфортных условиях и на более качественном уровне.